Бразилия, Франция, Италия, Малайзия, Китай, Япония – это далеко не все страны, о которых рассказали дети. Центральное место, безусловно, было отдано России. Вместе с нами наши родители, вместе с нами наши дети, вместе с нами наши учителя. И в подготовке этого огромного фестиваля, красочного, яркого, с талантливыми детьми, принимают участие, безусловно, родители, что нас очень радует. Не только сам праздник, и они принимают участие, а именно в подготовке. Шьются костюмы, готовятся танцевальные выступления, готовятся сказки, готовятся легенды о тех странах, которые будут представлены. Наша страна многонациональна, здесь живут разные народы. Ученики 9 класса рассказали о традициях и обычаях якутов. Они провели знаменитый ритуал поклонения солнцу и представили презентацию этого края России. Якутия – это был их выбор. Все, что мне понадобилось сделать, это организовать этот шоу-номер, сделать постановку танца и объяснить детям, какие эмоции выражают при своих постановках и танцах северные народы. Все, что мне нужно было сделать, дети практически самостоятельно все это сделали вместе с нашим хореографом. Ребята признались, что свое выступление долго репетировали, готовили костюмы, подбирали реквизит, не обошлось без помощи взрослых. Ну, прежде всего, это сплачивает коллектив, мы становимся дружнее, потому что мы все каникулы проводили вместе. Вот, узнавать что-то новое вместе – это всегда интересно. Полностью согласна с ней. Фестиваль «Все флаги в гости к нам» проходит ежегодно. Подготовка к этому празднику сплачивает не только детей, но и родителей. Именно на взрослых ложится основная ответственность за постановку концертных номеров. Все мне очень здорово помогали, вообще нам все очень здорово помогали. И девчонки у нас красивые, и мальчишки, у нас такой замечательный дракон. И вообще мы надеемся, что мы будем самые лучшие. Мне очень нравится участвовать в этих фестивалях. Я не только в этом участвовала, я участвовала и в других школах, и в Москве, и везде. Мы узнали очень много о Китае, например, то, что есть такие танцовщицы, которые танцуют танец солнца. Как раз мы его с девочками и танцуем. Кстати, страны ребята выбирают сами, досконально изучают жизнь народа, его традиции, кухню. Национальные блюда – это еще одна из номинаций фестиваля. В этом году коллективное творческое дело «Все флаги в гости к нам» мы посвящаем 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов. И как и, наверное, сам фестиваль начался с карнавала, и наш тоже фестиваль начался с бразильского карнавала, с ярких красок, с ярких выступлений. Какие костюмы, какие глаза горящие у детей и сидящих в зале. Страны сменяли друг друга, но неизменно оставались улыбки на лицах гостей и участников. Главная идея фестиваля – мы – дети одной планеты, и для нас нет границ. Каждому из нас есть что сказать и чем поделиться. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».